Здравствуйте! Сегодня мы будем рисовать мягкое кресло. Удобное кресло удобно в рисовании. Начинаем рисовать кресло. Здесь почти нет строгих прямых линий. Все можно провести от руки. Упростим построение, обойдясь без горизонта. Рисуем левую точку схода. Она уходит вот туда. И правая точка схода, она уходит у нас вот туда, за угол, а левая туда. Сначала нарисуем ближнюю к вам ножку. Нарисуем ее на глаз. Затем рисуем такой овал. Возьмите ее за талон и проведите еще две линии схода ниже первых, параллельных им. Вот, то есть от нее рисуем линии схода. Одну. Она туда уходит. И другую в ту сторону. И теперь рисуем от них еще одни. Немножко. Одну рисуем. И следующую. Смотрим на кресло не прямо, а под углом. Поэтому круглые торцы нам кажутся овальными. Закруглите переднюю часть кресла и разделите ее на две части. Это будет сиденье и подушка. Здесь делаем сиденье. Рисуем линию, которая отделяет боковую сторону кресла от передней и создает эффект объема.
Подписываемся.